предыдущем видео я показывала, как я флору подготавливала к заездке, используя мешки с песком. Это видео было записано, когда была первая посадка в седло. В этом нам помогала Саша. До этого я, конечно же, много раз облокачивалась на нее, висела, стояла рядом, махала руками и ногами, постукивала по ней, стучала стременами, дабы приучить ее к разным действиям и движениям со стороны человека. Мы же все прекрасно знаем, как пугливые лошади, и их ко всему нужно приучать. Развязки с лошади я не снимала, флора предварительно с ними разминалась на корде. Они обязательно должны быть свободными и не сковывать лошадь. Вот наша первая посадка в седло. Лошадь абсолютно расслаблена и спокойна, ее ничего не напрягает. Хорошо, что она была заранее приучена доверять человеку. Голосом хвалим и успокаиваем, показываем, что все хорошо и не нужно ничего бояться. Саша ведет флору в поводу, а я сижу спокойно верхом. Чувствую себя как будто в парке. Меня посадили на лошадь верхом и катают по парку. Это мы передаем привет Маше, хозяйке флоры. Флора настолько спокойна, что мне кажется, ей все равно, что на ней сверху, мешки или я. Здесь Саша просто контролирует лошадь, а я пробую по команде сверху ее остановить. Ей непонятна команда сверху, так как она привыкла ориентироваться на человека с земли. Обучаем. Сделала, хвалим. Всем привет! Еще какое-то время двигаемся по плацу. Можно отрабатывать остановки. Если лошадь не понимает, человек с земли дублирует команду. Уж поверьте, при правильном обучении понимают все. Обратите внимание на лошадь. Она шагает абсолютно расслабленно, ни одна мышца не напряжена. Насколько я помню, таких тренировок было штук 5. Научили стоять при посадке в седло, останавливаться, поворачивать, отвечая на воздействие всадника. И все. Отстегнулись и поехали, проблем нет. Вот, я машу руками и ногами. Нет, пока не сильно. Просто проверяю реакцию лошади. Она спокойно, хвалим. Спрыгиваем, тоже хвалим. На сегодня достаточно, с поставленной задачей справились. Все отстегиваем. Конюшню с застегнутыми дополнительными средствами никогда не заводим. Развязки, шамбоны, дополнительные поводья – все это расстегиваем. Благодарим за помощь, отпускаем Сашу, ну и всем пока!